там коровник вот. Да. Этот. Вот этот коровник на коровник. Так, это грибарня такая у нас. Стас! Стас! Как сегодня было? Ну, ты вчера во сколько подкинул? Собирался 8 часов. Ну, утром что сегодня? 8 бутылок. То есть больше ты не кидал дров? Больше не кидал. Это уже полтора часа топится. Утром был теплый. Так, а здесь? Топка. Угу. Ба, слив. Здесь планируется стена. А мне тут какой-то маленький такой, какой тут размер у него? Куб. Куб, да? Больше. Чуть больше. Мы говорим куб. Метр 20 на метр. Метр 20 на метр, это такая же точно, как у меня. Но так кажется, ну просто. А мне кажется, что она маленькая какая-то. Ну, потому что стоит она аккуратно. Внизу, да? Все внизу встроено. Да, тягаешь, Серег, все, тут бумажку растопил. Попали бумагу. Как тянет? Сейчас. А здесь метр тоже, да? Высота? Да. Толстая, хорошая, это самое. Хорошая. Видишь, сейчас. Все успели завести внутрь. Чтобы могли работы не останавливаться. Внутри. Ага, и вы тут подливку стен сейчас делаете. Да. Здесь пока только вот так вот распорки поставили. Но здесь тоже, стена вот идет. Да, это все сейчас работы идут. Ты знаешь, вот у меня вот эти щиты твои, вот у тебя стоят, у меня просто мечта такая. Только у меня вот это, знаешь, что есть? Вот то, что мы прибивали на потолок. Ага. У меня вот таких щитов, только я хочу сделать... С рамами. Ну, такие я вот понял, разборные есть. Разборные. Вот, опалубку специально. Опалубку специально, чтобы их было штук 20 или 30 для разных таких вот вещей. Вот. Смотри. Когда растаплюсь, там по-другому себя ведет. И с расчетом туши котел. Ну, в общем, здесь можно топить без всяких. Ты видишь, все работает, все топится, кровами. Мне только меня впечатляет. Это такая бочка точно как у меня. Как у тебя. А выглядит как будто как... Ваше сделано по-другому. Горшочек. У тебя же, блядь, там целая стартовая площадка. Да, да, да. А здесь все... А выглядит все по-другому. Да. Это все, все и у тебя сверху, оно сделано вот так. И топится без проблем, вот я вижу. Видишь, не дымит ничего. Отлично. Вот оно, все уходит. Здесь травочный, я так понял, клапан какой-то есть. Канализация сейчас подсохнет. Сейчас вот прорыта там траншея у нас. Укладка будет канализации сюда. Здесь перестенок. То есть здесь наверх, вот по трубе, вокруг котла вот это, все закладываться будет кирпичом. А к нему доступ как? Так, с этой стороны. А, это или имеешь в виду вот просто... Вот двери будут. А, с этой стороны? Да. Как ты сказал, смотри, это же я планирую так. Инокуляционную, вот здесь. Вот это. Ну да, 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 да. Тут стол там... Вот, смотри, проблем. Бумажку растопил, уже парует. Видишь? Одну бумажку спалил, уже тепло пошло. Потому что все сделано правильно. Так нет, так тут будет тепло, вообще тут тепло. Это же, считай, печка тут рядом готовая. Вот по эту балку, вот ну, по эту ну балку. Отлично, но вообще. Смотри, вот по эту балку это комната. Комната. Дверь тут у нас. Здесь у нас умывальник, стол. Ну, то есть расстановку ты. Ну там вот тут это все без проблем сделать. Расстановку, есть столы, нержавейка, все это есть. Все это есть, я тебе покажу, где это все стоит, я тебе все вот это покажу. Вот поэтому. Здесь скажи, можем ли мы эту стену делать деревянную? Ну просто отгораживаться. А вот то все уже, ну ты понял. Вот все стены, все, считай, что это все бетон, пол, бетон. Из этого бака трубы по полу. Три секции. Показывай секции. Где, как мы должны делать. Сейчас, сейчас. Сейчас. Будет посмотрю.